И жми на красную кнопку. Каждая мама такая. Мам, я пойду на улицу погуляю, ладно? Какое погулять? Ты вообще видела, который час? Ты вообще куда собралась на ночь глядя? Так 6 часов вечера только. Не только, а уже. Нечего гулять ночью по улице. Мало ли что может случиться. А мама, значит, будет сидеть дома и переживать. Дома сиди. И вообще спать уже ложись, поздно. Каждая мама такая. Все, мам, я закончила уборку. Всю квартиру убрала, как ты и просила. Что, правда все убрала? Ага. И пол везде повытирала? Ага. И ванну помыла? Да, помыла. И игрушки подкладывала? Ага. А полы? Полы-то помыла? Помыла, помыла. И полы помыла, и посуду. А сковородку? Ой, а сковородку забыла. Не, ну вот все на мне, все на мне. Все ждут, что мама все сама сделает. Убираться мама. Кушать приготовить тоже мама. Ах, ни от кого помощи не дождешься. Каждая мама такая. Мам, я все и все уже уроки сделала. Что, прям все-при-все? Вот так взяла и сделала? Ну да, а что такого? Ага, знаю я, как ты уроки делаешь. Иди еще раз сделай. Только уже нормально. Каждая мама такая. О, ну вот, опять она в планшете сидит. Сколько вообще можно? Вот лучше бы в магазин сходила. Муки мне купи. Сейчас, мам. Еще доиграю полчасика и пойду. Каких полчасика? Я же сказала, мне срочно нужна мука. Так что давай, бросай свои игрушки и иди в магазин. Ну, 15 минуточек, пожалуйста. Я что, плохо объясняю? Мне мука срочно нужна. Ладно, мам, иду. Мам, я муку купила. Ага, хорошо, поставь там в шкафчик. А зачем мука? Ты что, что-то вкусненькое испечь хочешь, да? Я? Нет. С чего ты взяла? Ну ты же сказала, что тебе мука нужна. Ну да, дома просто ни грамма муки не было. Ну ты же сказала, что срочно. Так я не поняла, а чего это мы с мамой спорим? Мама что, по-твоему, сама не может решить, что ей надо срочно, а что ей не срочно? И вообще, уроки иди делай. Кстати, а зачем я ее за мукой посылала? Каждая мама такая. Мамуль, я на улицу, меня девочки позвали поиграть. Ладно, только одевайся потеплее. Зачем? Лето ж на улице, июль месяц на дворе. Так я не поняла, вот стукнет тебе 18, вот тогда и будешь решать, как тебе одеваться. А пока что маму надо слушать, а то заболеешь и лечить тебя потом. Каждая мама такая. Мам, можно я за компьютером поиграю? Ладно, только недолго. Yes. Ну все, поиграла, хватит уже, выключайся. Так, я же даже не играла еще. Ну что за дети пошли? Сутками сидят за компьютером и даже не замечают, как время летит. А потом у них голова болит, зрение портится. Выключайся, кому говорю. Мир. Одни компьютеры у детей в голове. Каждая мама такая. Ну вот, ребята, вот такое видео у меня для вас получилось. Кто-то узнал в этом ролике свою маму? Если да, то не забудь поставить лайк. Снимает, каждый день что-то снимает. Лучше бы полезным чем-то занялась.
книжку бы какую-то почитала или что. И, конечно же, подпишись на мой канал. А еще я хочу передать привет Якубович Ладиславе и каналу Котики ТВ. Девчонки, привет! А с вами был